Здравствуйте, друзья! Хотел поделиться с вами филологическими открытиями, находками последних дней. Ну, две у меня есть для вас. Значит, одна. Стали мы со Светой искать кого-то, кто, значит, послушает мои видео и как бы сделает подстрочник, да? То есть вот человек говорит, а текст взять. Ну, не то чтобы софтвером, вот чтобы живой человек, чтобы качественно. И как назвать человека, не знаем. Хотели дать там где-нибудь на там на фриленсер, там что-нибудь такое объявление. А как назвать, не знаем. Ну, спрашиваем человека в Питере. Он говорит, да, конечно, говорит, есть такие люди, говорит, это вы не первые, это обычное дело. Там лекции вот записывают и так далее. И называется такой человек, Света? Транскрибатор. Вот, я не хотел сам это слово произносить. Это звучит не очень-то. В общем, транскрибатор. Транскрибатор. А я что сказал? Транскрибатор. Да я тебя умоляю. Даже не транскрибет, он транскрибает. Транскрибатор. Транскрибет. Я даже, не как сказать, нехорошо получается. Да, в общем, транскрибает. Так, ты налево мы? Да. Вот, это одна такая литературная находка. Вторая... Тут что-то я какое-то видео говорил, и пару раз у меня там вышло слово «обескуражить». И я вдруг, знаете, в контексте, мне все время какие-то люди пишут, чаще или реже, все время пишут, ой, вы посмотрите на этих, значит, там, иммигрантов, как они коверкают русский язык, там, и так далее. И вот в этом ключе вылезло слово, значит, «обескуражить», потому что слово «кураж», да, я думаю, что в русский язык из французского пришло, конечно. Да, там, «кураж», «кураж», «смелость», значит, да, там, «куражиться», вот так слово, или там... Это уже теперь русское слово. Это теперь, ну, абсолютно русское слово, да. Но, ты посмотри на слово «обескуражить», то есть взяли слово «кураж», присобачили к нему две, я не знаю, что это... Приставки. Чтоб я был так здоров. Значит, две приставки, чтобы мы все были так здоровы. Значит, о без куража. Что интересно, что в английском языке есть слово discouragement, это существительное, to discourage, да, глагол. Что практически то же самое, без, да, как бы без courage, там, без куража, без discourage. То есть как бы лишить куражу. Вот. И я говорю, совершенно не нужно уезжать за границу, чтобы взять иностранное слово и сделать из него вот эти вот, знаешь, как продраивать 25 майлов по хайвею. Ну, понимаешь, для этого совершенно не обязательно... Подожди, сама слышала, когда-то, ну, правда, это было очень давно, лет 10-15 назад, в российских новостях сказали, московский тинейджер, там, Петя Иванов. Это между делом, там, кто-то... Это вообще уже эмигрант. Света, ну ты пойми, нет, Света, одно дело, всегда нет? Да. Одно дело взять слово, там, ваучер, или взять слово киллер, да? Как бы ничего страшного. Вот есть город Адлер, есть город Орел. Казалось бы, и то, и другое, но ничего. Но когда обескуражить, Света, это и есть то, что иммигранты делают с иностранными, с английскими, в данном случае, словами, попав в Америку. Понимаешь, там, вы смотрите, там, не перетумачьтесь. Понимаешь? Ну, или там скоро это слово войдет в российский лексикон. Не обязательно. Оно достаточно, чтобы тут. Или там, скажем, мы с тобой завтра закипентачимся. Понимаешь, вот это то же самое. Обескуражить. Нам сюда? Угу. Все, друзья, мы приехали. Наша небольшая филологическая экскурсия заканчивается в этом месте. Там есть где встать-то? Вот, до следующих открытий и находок. Счастливо!